Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудаль. По-осеннему тепло и без дождей. Расписание октября на ближайшие дни стабильно. Это, кстати, касается и заморозков на почве. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 17, облачность переменная, без осадков. Ночью плюс 1-3, ждем заморозки на почве до минус 2. В центральных районах и на юге днем плюс 16-18, тоже переменная облачность. Ночью около 4 тепла. И тоже возможны заморозки на почве. Послезавтра погода существенно не изменится. О погоде все. Удачи вам. Увидимся.